Ребят, всем привет! Сегодня суббота, 26 сентября. Сейчас поедем на авторынок «Зеленый угол», посмотрим по наличию автомобилей, ходят покупатели, не ходят, насколько вырос ценник, что сколько стоит. Сегодня с вами давайте начнем с обзора такого кей-карчика. Это Honda N-Wagon в неплохой комплектации, установлена туманочка. Как видите, темно-серый цвет, фары, линзы на литье. Летняя резина по переду отличная, сзади ну, такая уже идет порепанная под замену. Хромированные ручки, бесключевой доступ, ветровики есть. Вот этот автомобиль попал нам на проверочку. Сейчас его будем проверять, смотреть, диагностировать, трясти. Ну и, соответственно, отправлять заказчику. Темный салон, чистый, аккуратный, ухоженный автомобиль. Не новый, есть какие-то мелкие царапины по кузову, ниша. Ремкомплект все на месте. Заднее сиденье у нас вот таким вот образом двигается. Один из самых популярных кей-каров. Хорошей комплектации. Сиденье у нас можно так сделать, можно вниз опустить. Ну, соответственно, они складываются. Сзади у нас есть полочка под ботинки. Кожаный руль у автомобиля. Как видите, кожаные вставки. Переднее сиденье, так называемое, ну, практически идут диваны. Места в автомобиле, ребят, очень много. Мультируль, круиз-контроль, антиюз, СТБА, система предстолкновения, торможения, бардачок. Вот, ну что так, прикольно сделано. Тахометр 8000, спидометр 140. Что тут еще интересного есть? В принципе, все, ручник у нас идет ножной. Стоимость данного автомобиля 500 тысяч рублей. Ну, на дроме он стоит 485, по-моему. Появились у нас на авторынке новые автомобили. Не знаю, будет вам это интересно или нет. Вот просто порядок цен. Что это такое стоит у нас? Kia Rio X-Line, КПП, кредит, выдают кредиты от 9130 рублей. Передний привод, стоимость автомобиля 995 тысяч рублей. Еще одна Kia Rio. Я вот даже что-то как-то это... Kia Rio, эти не перевариваю. 2020 год, 945 тысяч рублей. Черный цвет. Кстати, пишут гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. 935 тысяч. Друзья, чтобы немножко понимали, в каком состоянии продаются автомобили. Вот еще недавно можно было взять Voxy, там, Noha, Esquire. Ну, за 1 300 000 можно было взять нормальный автомобиль, целый кузов, нормальную комплектацию с нормальным пробегом. Вот перед вами стоит Toyota Noah 1 385 000. Пробег на автомобиле, по-моему, 160 тысяч. Чтобы вы понимали, да, как растет цена на автомобиле. Нужно до 5% уловов приморских предприятий оставлять у нас в крае. Это необходимо запретить, а нормативно обозначил губернатор. 160 тысяч пробег. На одометре пробег никто не скручивал. 1 385 000. Мультируль, комплектация подогревов нет, двойной климат-контроль, одна электродверь, одна. Добыча биоресурсов, которые полностью запрещена приказом профильного российского ведомства. Браконьеров задержали инспекторы нацпарка. В полицию подано. Чистенький такой ухоженный салон. Кстати, я вам скажу, приезжали подписчики вчера. По-моему, Esquire не смотрели. Пробег на автомобиле был 180 тысяч, батарейка была 85%. Поэтому по гибридам обязательно нужно делать тест остаточной емкости. Стоит новая сирена. Кстати, на днях, в понедельник, будем забирать такой автомобиль. Вам про него расскажем. 4 ВД будем забирать. Тоже открыто, цена есть. Цена не указана на автомобиле. 3,5 балла. Кузовщина целая, пробег 73 тысячи. Довольно интересный автомобиль, то есть освежился кузов, освежился салон. Обязательно расскажем про него. Есть гибрид, есть 4 ВД автомобили. Друзья, стоит у нас на продаже Toyota Vitz, 510 тысяч.
есть двигателя литровые, есть 1.3. 510, извиняюсь, 610 тысяч. Да, 15 год, 1.3, аукцион. Номер кузова есть, зимняя резина, белый цвет. Автомобиль закрытый, без литья. Сзади установлена метла. Рядом стоит Honda Shuttle на спущенном колесе. Серенький цвет, бесключевой доступ имеется в автомобиле. Написано «Проверено Drumassist». Аукцион 2012 год, 635 тысяч. Давайте посмотрим один из самых популярных минивэнов. Honda Freed. Комплектация G-Aero. Такой темно-серый цвет. Сзади установлен спойлер. Он у нас... Дверь закроем. На литье, на родном, на хондовском. Ну, естественно, он идет, комплектация идет с обвесами. Фрид, Фрид и Спайк. Чем они отличаются? У Фрида он есть пятиместный, а есть где три ряда сидений. Данная модель с тремя рядами сидений. Также есть, где сзади установлены два капитанских кресла. Мультируль у него имеется. Сидушечка такая немного замята. Лежит аукционный лист. Аукционные листы нужно проверять по кузову. Ну, в принципе, автомобиль по кузову целый. Магнитола, климат-контроль. Есть без климат-контроля. Соответственно, от климат-контроля автомобили они дороже. Руль идет обычный. Одна электродверь, туманочки здесь уже установлены, зеркала складываются, регулируются. Есть подсветка, подлокотник, ну и проход на второй ряд сидений. Ну это так, такое название — проход. Естественно, мы тут ходить не ходим. 680 тысяч стоит этот автомобиль. Prius Alpha Universal 2017 год, 1 160 000. Естественно, это уже идет рестайлинг. Фары линзованные, бампер другой, установлена туманка, летняя резина, автомобиль на литье. Кто не знает, идут колпаки, там идет дальше литьевой. Собачки тут лежат у нас, отдыхают. Темный салон, автомобиль только пришел, в нем еще никто не убирался. Бензинчик, наверное, слили с автомобиля. Полноценный гибрид. Бесключевой доступ, вижу, есть. Полный мультируль. 125 тысяч пробег. 1 160 000. Еще одна Альфа стоит, та была серая, это уже белая, 17 год, 1 175 000. Тоже на литье, отсюда вижу практически новая летняя резина. Камера заднего вида установлена, ага, она закрыта, камера заднего вида установлена. Аукционный лист, 4 балла, 131 тысяча пробег, замена переднего левого крыла. Немного возьмем Honda, Honda Fit 16 год, 1.3, 660 тысяч, фары не линзы, установлены туманки, бесключевой доступ, повторители, летняя резина, камера заднего вида есть. Honda Shuttle, популярнейший автомобиль, популярнейший универсал, постоянно поиски, постоянно спрашивают данные автомобили, 17 год, гибрид, 890 тысяч. Выходной, суббота, люди ходят, это вот одна из стоянок, авторынки ходят, смотрят, покупают. Что у нас рядом стоит? Стоит Toyota Corolla Fielder 2014 год, хорошая комплектация, с рейлингами, 765 тысяч, зимняя, нет, ребят, летняя резина, литье, климат-контроль. Есть гибрид, есть передний привод, есть автомобили 4WD. Рядом стоит Mitsubishi
РВР, черный цвет. Черный цвет на любителя. Хорошая резина. Литье. Стоимость автомобиля 985 тысяч рублей. Аукцион. 4 балла. 4 ВД. G-комплектация. Вот заходим на следующую стоянку. Тоже, как видите, люди подошли. Люди есть. Да. Сегодня люди ходят. Subaru Forester, черный цвет, люк, Dory Style, максимальная комплектация, 14-й год. Что-то я же как-то подзавис немножко, почему он стоит 1,5 миллиона? Очень дорого. Может, он турбо? Да, он турбовый. Поэтому стоимость 1,5 миллиона, 280 лошадиных сил. Toyota Porte 2016 год. Какая-то торпеда у ней розовая идет. Стоимость автомобиля 577 тысяч. Японка, наверное, ездила на автомобиле. По хайвеям гоняла. Suzuki Ignis. Вот тоже кто-то недавно спрашивал про эти автомобили. Гибридная версия. Новая резина. Довольно интересный автомобиль. 2019 год. Стоимость автомобиля 735 тысяч. Ну, я скажу, понемногу, конечно, заполняются стоянки. Вот Кейкаров немножко стоит. Что это? Инваган, синий цвет, 15 год, простая комплектация, 475 тысяч. Помоднее стоит, 495 тысяч. Кастому простой. Toyota Sai, 15 год, объем двигателя 2.4, гибрид, бензин, G-комплектация, аукцион 4 балла, 1 465 тысяч. Шикарный автомобиль. И по технике, и внешний вид, и по салону очень нравится. Toyota Probox, белый цвет. Такой рабочий автомобиль, рабочая лошадка. Хороший, надежный. 16-й год, полторашка, есть 1.3. Стоимость автомобиля 655 тысяч рублей. Рядом стоит Honda Fit, как видите, красный цвет. 1.3, 4 балла, 685 тысяч рублей. ВИЦ, 17-й год, 4 ВД, 705 тысяч. Несколько седанов. Toyota Corolla Axio 1,5 литра, 2015 год, стоимость автомобиля 890 тысяч рублей. Напоминаю, есть передний привод, есть гибрид, есть 4 ВД. Гибридов 4 ВД не бывает. Еще одна Axio, тоже гибрид. Оба со светлыми салонами, с аукционными листами и с одинаковой стоимостью по 819 тысяч рублей. Вот стоит не гибридная версия, уже 4 ВД, 15 год, 769 тысяч. Внешние автомобили не отличаются ничем. Друзья, 4 ВД нужно обязательно смотреть по ржавчине, потому что автомобили, как правило, приходят с севера. В общем, смотрите внимательно. Кроссовер от Subaru, это Subaru XV, у кого не хватает денег на Subaru Forester, автомобиль для вас. 2013 год, 4 ВД, комплектация не из богатых, 1 миллион 25 тысяч. Родное литье, кстати, не дешевое, летняя резина, сонары, накладка японская. Довольно неплохой автомобиль, я вам скажу, за свои деньги. Вот здесь, кстати, бывало то, что автомобили стояли и три ряда было. Сейчас вот, как видите, один ряд стоит. Все. Nissan Vanette, Mazda Bongo, что в принципе одно и то же. 2013 год, объем двигателя 1.8. Автомобиль пробежный, год в России, установлен багажник.
неплохого такого объема автомобиль на литье. Основная масса беспробежных продается на дисках. Вот давайте оценим багажное отделение. Ух ты, что это такое было? Хотя особо не оценим. Рабочий офис, скажем так. Закрываем. $609,000. Раздатка, кулиса. Едем как в троллейбусе. Краун Атлет, шикарнейший автомобиль. 2 100 000. 2,5 мотор, гибрид. 16-й год. Родное литье. Ну, конечно, 2 миллиона за седан, круто. Атлет S. Ну, что поделать, за комфорт нужно платить. Давайте посмотрим довольно редкие экземпляры. Это Mazda Primacy. Два автомобиля, два минивэна, красная, темно-серая. Итак, автомобиль серый, 16-й год, 4 ВД, 2 литра, 3 ряда сидений, 7 мест, 885 тысяч рублей. Красный цвет, 17-й год, ну, соответственно, по технике все то же самое, 855 тысяч рублей. Туманки без литья, летняя резина, автомобили большие, с огромными салонами. Аукцион 4 балла, пробег 112 тысяч. Бардачок, климат-контроль, боковые двери сдвижные, левая дверь электро, правая, сейчас посмотрим. Второй ряд сидений, как бы, грубо говоря, он делится на два капитанских кресла. Багажное отделение, здесь оно, по-моему, занято у нас. Да. Давайте посмотрим в серенькой. Как видите, третий ряд складывается в ровный пол для удобства. Подстаканник. Подсветочка у нас есть. Серый тоже без литья. Правая дверь тоже идет электро. Комплектация идет мультируль. Электродвери у нас открываются. Можно их открывать со стороны водителя. Номер кузова. Кому интересно, пробивайте по статистике. Ну, давайте посмотрим аукционный лист. Есть, лежит. Итак, значит, пробег 106 тысяч, замена переднего левого крыла, замена передней левой двери, покраска задней левой двери. Ребят, в принципе, страшного в этом абсолютно ничего нет. Главное, чтобы за дверью все было целое. Ручник, два подстаканничка вот так вот прячутся, варик, ВД с кнопки, электродвери, корректор фар, мультируль, мультимедиа система. Место в автомобиле нормально, довольно много. Единственное, мне не нравится здесь, ну, пластик, знаете, он такой вот, блин, простой. Все какое-то простое. Но, тем не менее, минивэн полноценный. Три ряда сидений, 16-й год. Мотор 2 литра, 885 тысяч. Рядом стоит филдер, синий цвет. 4 ВД, 2017 год. Так, стоимость, где-то я видел стоимость. Пробег 72 тысячи. Вот стоимость ниже. Во, сколько филдер стоит? А? Филдер сколько стоит? 840 тысяч. Toyota Wish, 11-й год, 1,8, 4 ВД, аукцион 4 балла, не ржавый, 890 тысяч. Сейчас тоже ходим, смотрим Альфу, ищем Виша. Мало машин, 9-й, 10-й, 11-й года, да, они есть. А вот свежий рестайлинг, они отличаются по задним стопорям, по передним крыльям. Немного по повторителям, по зеркалам заднего вида, их очень мало. Suzuki Solio тоже частенько спрашивают такие автомобили. Есть гибрид, ну как гибрид, это одно название гибрид. 16-й год, мотор 1.3, стоимость автомобиля 575 тысяч рублей. Еще один Кикаро Suzuki, 15-й год, 375 тысяч. А,
Nissan NV, тоже такой популярный автомобиль, берут именно для работы. 2014 год, аукцион, статистика 675 тысяч. Закрыт автомобиль. Появились у нас Хайсы, рефрижератор, 12 год, дизель, 3 литра, 4 ВД, РЕВ минус 9, плюс 35, 1 миллион 595 тысяч рублей. Еще один такой же, 15 год, тоже дизель, нет, это не РЕВка, аукцион, статистика, стоимость тоже 1 миллион 585. Это 585, а РЕВка стоит 595 тысяч. Mitsubishi Mirage, объем двигателя 1 литр, передний привод 5.5.5. 555 тысяч стоит автомобиль, он на литье. Комплектация простая. Honda Stream, белый цвет, зимняя резина, литье. Но он как-то вот, даже не знаю, на беспробежный не похож, ценника нету, грязненький он какой-то. Почему-то. Не знаю тоже. Honda Fit, синий цвет, 16 год, 645 тысяч. Я думаю, в принципе, все увидели, все посмотрели, то, что автомобилей мало, везутся они потихонечку, прям штучно. Ценник, конечно, вырос процентов на 10. Хорошо, 10% это ощутимо. Вот. Очень много. Вот чего сейчас есть выбор. Можно выбрать Акву, можно выбрать Nissan Note, можно выбрать Toyota Corolla Axio, можно взять Филдера. Вот. Много гибридов, именно Axio и Филдера. Ну и вернемся к автобусу. Да, вот показывали вам сегодня автобус, видели, да, как вырос ценник. Поэтому сейчас с автомобилями все очень сложно. Вот. На сегодня все. Всем пока.